Наша область стала называться Ростовской в 1937 году. А до этого территория, на площади которой могут разместиться три таких государства, как Бельгия, Голландия и Дания, носила не одно и не два, а гораздо больше названий. Да и границы ее менялись несколько раз. Русские летописцы именовали Подонье «Диким полем». В 1793 году впервые на карте появляется название «Земля войска Донского», а затем «Область войска Донского». С 1920 по 1924 год нынешняя территория нашего края почти полностью входила в состав Донской области. Затем, до 1934 года, она являлась частью Северокавказского, а три последующих года – Азово-Черноморского края. Постановлением Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик от 13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и Краснодарский край. Однако и после этого Ростовская область несколько раз меняла свои границы. И только с мая 1958 года территория Ростовской области была восстановлена в границах 1937 года и приняла нынешние очертания. Сегодня мы празднуем 70 лет со дня образования Ростовской области. Это праздник российского масштаба, но в первую очередь жителей многонационального Дона. Праздник нашей малой Родины. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела мне мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней заветки, с дворца и с этой дороги проселочной, которой Родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Мы тебе благодарны за здоровье и счастье, за родные станицы, за луга и поля. Нет милее и краше вольной Родины нашей. Мы гордимся тобою, мать Донская земля. Донская степь лазорево цветет, Донской орел под облаком парит,
вольнолюбивый здесь живет народ, и память предков бережно хранит. Как солнце нам казачьей воли свет, с героями идем в одном строю, трудом и славой воинских побед крепим Россию, родину свою. Земля, восток и запад не сравнить с тобой. Нам без тебя и дня прожить нельзя. Ты навсегда стал нашей судьбой. Бессмертен Дон, великая река, споивший нас на подвиг и на труд. Прошли года, пройдут еще века. Потомки нашу славу пропоют. Нынешняя Ростовская область – наследница жизни, шумевшей здесь с давних пор. 1937 год – особое время в отечественной истории. Сталинские репрессии не обошли и Дон, но у жизни, как и медали, всегда две стороны. В эти же годы гремел крупнейший в Советском Союзе зерносовхоз-гигант. На международной выставке в Париже россельмашевский комбайн «Сталинец-1» был удостоен гран-при. Уже в 1938 году Таганрогский металлургический завод производил 17% всех стальных труб в СССР. Один за другим преобразовывались в города бывшие шахтерские поселки и станицы – Новошахтинск, Морозовск. В августе 1939 года передовики промышленности и сельского хозяйства Ростовской области приняли участие в открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В марте 1941 года увидела свет полное издание романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Горит и кружится планета,
Границу Ростовской области фашистские войска пересекли уже в октябре 1941 года. И только к осени 1943 последний фашист был изгнан с Донской земли. Не дай нам Бог когда-нибудь забыть тех, кто был на передовой, кто сражался в подполье, кто в тылу работал для фронта. Сегодня невероятно представить, как быстро налаживали жизнь в освобожденных от фашистов городах и станицах. Начали работать заводы, открылись библиотеки. В 1944 году Таганрогскому театру было присвоено имя Антона Павловича Чехова. Свыше 250 уроженцев Ростовской области удостоены звания Герой Советского Союза. В мае 1945 года бойцы 339-й Ростовской стрелковой дивизии вошли в Берлин. Среди тех, кто водрузил знамя победы над Рейхстагом, был наш земляк Алексей Берест. Уже в 1946 году открылась первая послевоенная навигация на Азовском море. В эти послевоенные годы истосковавшиеся по мирной жизни люди творили настоящие чудеса. Всего за 3 года трест «Гука в уголь» восстановил шахты и превысил довоенный уровень добычи угля. В 1952 году был завершен один из самых грандиозных проектов советского времени – строительство Волго-Донского канала. С этого времени Ростов-на-Дону стал не только воротами Кавказа, но и портом Пяти морей. В эти годы на карте Ростовской области появились города – Волгодонск, Аксай, Белая Калитва. На стройки пришли первые выпускники строительного института, открытого в годы войны. Известно, что у нас на Дону лучший в мире чернозем. Мировой эталон чернозема и Целинского района Ростовской области хранится в Палате эталонов в Париже. В 1958 году Ростовская область была награждена орденом Ленина за продажу государству 136 миллионов пудов хлеба. В 1961 году весь мир следил за полетом Юрия Гагарина. Сейчас мы уже знаем то, что прежде было тайной. Платформу для транспортировки его корабля изготовили в Новочеркасске. А ученые Ростова, Таганрога и Новочеркасска с тех пор неизменно участвуют в космических проектах. В 1963 году впервые открыл свои двери восстановленный после войны Ростовский театр имени Горького. В эти годы наука развивается очень мощно. В области создаются научно-исследовательские институты, лаборатории по самым перспективным направлениям. При Ростовском государственном университете были созданы 5 НИИ. Среди них первый в мировой истории научно-исследовательский институт нейрокибернетики. В 1969 году впервые были объединены лучшие научные силы Северного Кавказа. И в Ростове создан Северокавказский научный центр высшей школы, который возглавил член-корреспондент Академии наук Юрий Андреевич Жданов. 70-е годы – время, когда имена донских спортсменов знал весь мир. Давид Ригерт, Наталья Юрченко, Сергей Литвинов. В 1970 году Василий Алексеев установил свой фантастический мировой рекорд в троеборье – 600 килограммов. В 1992 году принят закон о реабилитации казачества. В апреле 1994 года начало работу первое законодательное собрание Ростовской области. В этом же году в Ростове открылось новое здание библиотеки Донской государственной публичной, крупнейшего книгохранилища Юга России и признанного культурного центра. В 1996 году Россия отмечала 300-летие Отечественного флота. Взятие молодым Петром Азова считается днем рождения флота. И вновь, как 300 лет назад, наша область вернулась к статусу приграничной зоны, и наши порты стали международными. Но было бы несправедливо не гордиться тем, что именно в наши дни, впервые за всю историю Дона, у нас появилась своя опера и балет. Возможно, мы еще сами не понимаем уникальности культурного комплекса, созданного разными поколениями наших земляков – серебряной подковы Дона. Только здесь, на Дону, можно увидеть сейчас единственные в мире памятники – античный Танаис, о котором писал еще Геродот.
Древний Азов с его бесценными коллекциями скифского и сарматского золота. Старое казачье гнездо, станица Старочеркасская, созданный атаманом Платовым Новый Черкасск с его уникальными казачьими реликвиями. Город-заповедник, чеховский Таганрог, ставший меккой для всего читающего мира. Шолоховская Вешенская. Но самым большим богатством Донской земли являются его трудолюбивые, мужественные и щедрые люди. Это они создавали и создают богатство нашего края, передают новым поколениям свой опыт и мастерство, развивают промышленность, трудятся на земле, создают новые технологии, своим талантом прославляют наш Дон. Накануне 65-летия образования Ростовской области губернатор Владимир Федорович Чуб, который вот уже 16 лет возглавляет нашу область, поставил перед собой и администрацией две основные задачи на ближайшие 5 лет. Труд, который был реализован кем-то до тебя, не должен быть забыт и заброшен. И вот это направление, я считаю, должно быть у нас преимущественное наряду с созиданием нового и движение вперед, и сделать так, чтобы все, что было создано до нас, было приведено в порядок и не забыто. Не забыт был ни человек, ни его труд, который пошел на пользу ныне живущим. Когда я вижу, как на улицах, в семьях люди все больше и больше улыбаются, когда видишь, что как бы не сложен был период, но люди его уже пережили, перечувствовали и научились выходить из этого сложного периода. Это, наверное, самое важное. И сегодня надо помочь просто, чтобы у каждого была работа, чтобы у каждого было дело, желательно любимое. Чтобы он не страдал из-за того, что что-то не получается у него, у его детей. Но для этого, говорю, должна быть положительная динамика движения в экономике, человек должен быть занят и трудиться. Первое и главное, чтобы экономика развивалась. За 5 лет объемы промышленного производства увеличены в 1,7 раза. В области успешно решается задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по удвоению валового регионального продукта. По сравнению с 2001 годом этот показатель увеличен на 35% в сопоставимых ценах. Причем рост обеспечен за счет опережающего развития обрабатывающих производств, а не сырьевого комплекса. На предприятиях области выпускаются локомотивы, комбайны, крупногабаритные вертолеты и самолеты-амфибии, системы морской навигации. Развивается новая для нашей области отрасль – автомобилестроение. Уже выпущено около 130 тысяч легковых и 10 тысяч грузовых автомобилей. За эти годы вступили в строй Новошахтинская угольная обогатительная фабрика, новая лава на шахте Западной, птицекомплекс «Евродон», производство по переработке щебня «Пашеновский карьер», новый канализационный коллектор номер 68. НЭФС стабильно наращивает объемы производства электровозов. Реализуется проект переноса серийного производства самолетов «Амфибий Б-200» с производственной площадки Иркутского авиазавода в город Таганрог. Открытое акционерное общество «Роствертол» осуществило модернизацию вертолета Ми-26Т. Применение вертолета позволит ликвидировать последствия техногенных катастроф, эвакуировать раненых и больных, перевозить крупногабаритные грузы, выполнять различные монтажные работы. Заметен вклад области в развитие сельскохозяйственного производства. Среди регионов России мы занимаем первое место по валовому сбору подсолнечника и второе место по производству зерна. В течение 5 лет, несмотря на то, что большая часть территории Ростовской области находится в зоне рискованного земледелия, труженики села получали хорошие результаты. В целях устойчивого развития сельскохозяйственного производства продолжаются работы по реконструкции, строительству и вводу в эксплуатацию новых животноводческих ферм и комплексов, комплектации стада высокопродуктивным скотом, модернизации птицефабрик, созданию прочной кормовой базы, обновлению машино-тракторного парка.
У нас созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций. Сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая инвесторам гарантии и льготный режим налогообложения. За 5 лет объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах увеличился на 70%. Среди регионов Южного федерального округа область стабильно занимает 2-е место по объемам инвестиций в основной капитал. На Дону реализуются крупные инвестиционные проекты: строительство торгового комплекса IKEA, 2-го энергоблока Ростовской АЭС, магистральных газопроводов и разводящих сетей к ним, комплекса по производству индюшиного мяса, торгово-развлекательного комплекса в Ростове и ряд других. Одно из приоритетных направлений – жилищное строительство. В области ежегодно стабильно вводится в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. За последние 5 лет введено жилых домов общей площадью 5,8 миллионов квадратных метров. В 2006 году в рамках национального проекта начата реализация инвестиционного проекта застройки первой очереди жилого района Левенцовский, расположенного в Ростове-на-Дону. Общий планируемый объем ввода жилья на указанной территории составит 2,2 миллиона квадратных метров. В 2007 году намечена реализация пилотных проектов в 10 районах области, начата реализация программы по строительству социального жилья. Область осуществляет внешнеторговые связи более чем со 100 странами мира, наращивает объемы продукции, поставляемой на экспорт. В 2006 году он впервые достиг объема 4,7 миллиарда долларов США. По сравнению с 2001 годом этот показатель вырос в 2,1 раза. Сохранение устойчивых темпов экономического развития области способствует укреплению благосостояния жителей. В 2006 году по сравнению с 2001 годом среднедушевые денежные доходы населения увеличились в 3,2 раза. Среднемесячная заработная плата выросла в 2,5 раза. С 2001 года в динамике показателей рождаемости наметились положительные тенденции. Общий коэффициент рождаемости за прошедший период заметно увеличился. Продолжительность жизни населения области выше, чем в среднем по России. Рост платежеспособности населения, стабильная обеспеченность товарными ресурсами, а также инвестиционная привлекательность потребительского рынка области позволяют из года в год наращивать объемы розничных продаж. Вторая задача, которую мы решали, это приведение в порядок того, что в области есть, что создано в предшествующее десятилетие. Областной бюджет у нас всегда имел четкую социальную направленность. В области были приняты всеобъемлющие меры по сохранению системы регионального здравоохранения и профессиональных кадров, укреплению материальной базы лечебно-профилактических учреждений, созданию условий для внедрения новых методов диагностики и лечения. Средства, которые поступают из федеральной казны для реализации приоритетного национального проекта здоровья, позволяют развернуть работу в еще больших объемах для повышения качества медицинских услуг, увеличения продолжительности жизни людей. Сегодня в стационарах области помощь получают около 900 тысяч пациентов. Мощность поликлинического звена свыше 32 миллионов посещений в год. Образовательный комплекс Ростовской области, представленный всеми ветвями и уровнями образования, является одним из крупнейших в Российской Федерации. Расходы консолидированного бюджета на его развитие за последние 5 лет выросли в 2,8 раза, что позволяет ежегодно осуществлять ремонт в школах. В рамках приоритетного национального проекта существенно обновляется материальная база отрасли, завершается подключение к сети интернет образовательных учреждений, что позволит обеспечить доступ школьников к информационным потокам. В 2006 году создан Южный федеральный университет, который на новом уровне продолжает традиции известных ученых Дона, внесших значительный вклад в развитие российской науки. На летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году наши атлеты завоевали 13 медалей – 4 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. Потому что развитие массовых видов спорта – одна из приоритетных задач законодательной и исполнительной власти области. Мы начали в области приводить в порядок межрайонные дороги, дороги городские и поселковые, перестраиваем работу жилищно-коммунальных служб, строим новые мосты и дорожные развязки, благоустраиваем улицы. Но самое главное, нам всем удалось сохранить на Донской земле стабильность, мир, согласие, уважение к культуре и традициям представителей различных национальностей и конфессий. Все наши планы нацелены на улучшение качества жизни жителей Дона, и осуществить их мы сможем только вместе, только объединив наши усилия.